В результате проведения определенных работ водоканалом на пересечении улиц Красная и Иркутская после проливного дождя образовалась яма. На протяжении 2 недель собственники ближайших домов обрывают телефон диспетчера водоканала, где каждый раз слышит один ответ: «Приедем, засыпем». Но все безрезультатно. Недели 2 или 3 назад водоканал копал, трубу ложил здесь. Все, после дождей обвалилась яма. И вот мы обращаемся, и никто ничего не засыпает. Своими силами, сколько могли, засыпали. И все, им звоним, они все обещают, и бесполезно. Когда мы позвонили, что провалилась здесь трасса, нам сказали: приезжайте, оплачивайте грунт, оплачивайте работы. А по итогу, когда мы смотрели вот эти инженерные работы, это их закольцовка. То есть проблема водоканала – это центральная труба, не наша. И, в общем-то, вот это в таком состоянии все бросить, должны же вы контролировать. Раз позвонили, второй раз, вот соседи звонят. И сколько это тянется? У нас много работы. Работы много, а если кто-то ночью залетит в эту яму? В присутствии нашей съемочной группы житель одного из домов позвонил в диспетчерскую, где получил ответ, что заявки передаются, и попросил обратиться в приемную. Перезвонив по указанному номеру телефона, мы услышали совсем другой ответ. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это водоканал, да? Да. Вот у нас здесь на Иркутской и Красной улице, пересечение, перекресток. Вот тут от колонки тянули воду, да? И провалилась вот эта земля здесь, и вот эта яма. Уже месяц назад я к вам звонил, и все, месяц обещают приехать, засыпать, а яма все глубже и глубже. Да, мне вы не звонили, так что напишу. Это перекресток Иркутская и Красная. Еще раз, Иркутская и Красная. Да. Сегодня поздно, постараюсь, чтобы завтра кто-то приехал. Кто-то, чтобы завтра приехал, да? Постараюсь. Кто мастер копал, сейчас подниму, кто мастер копал. Ага. Самое, чтобы он приехал. Здоровенький такой, бородатый. Данил его звать. Ага, все понял. И приеду, засыпят, да, или что? Сейчас сколько привезти туда надо, то тоже можно 2 куба привезти, можно 8 кубов или 20. 8 надо кубов, да, потому что... Я ему позвоню, тогда этот Данил Вашманов. По итогу специалисты «Водоканал-сервис» пообещали разобраться с проблемой в ближайшие дни. Добавим, подобная яма уже несколько дней красуется в центральной части города и создает неудобства как водителям, так и пешеходам. Алена Алексеенко, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5-й канал.